купался в лучах народной славы и грелся теплом вождя всех народов. В этой всеобщей любви он поднялся почти до небес и чуть было не разбился о сталинский ГУЛАГ. Он отсидел 8 лет лагерей по несправедливому приговору и вышел, чтобы вновь заняться любимым делом. Теперь как тренер сборной Союза. Секрет его прост. Король баттерфляя Семен Бойченко был советским человеком. Семен Бойченко. Год рождения 1912. Заслуженный мастер спорта СССР. С середины 30-х самый быстрый пловец в мире в стиле брасс-баттерфляй. 111-кратный рекордсмен Москвы, СССР и неофициально Европы и мира. Тренер сборной Советского Союза на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Заслуженный мастер спорта, пловец Семен Бойченко, установил недавно новый мировой рекорд. Соблюдая строгий режим, он упорно тренируется для достижения новых рекордов. Немногие во времена железного занавеса могли похвастаться своей популярностью на Западе. Но слава Семена Бойченко гремела на весь мир. Бойченко стал первым в СССР, кому удалось превысить мировой рекорд. В новом способе плавания, выросшем из брасса, баттерфляя, его результат на сотне был более чем на 3 секунды быстрее официального мирового достижения американца Джона Хиггинса. Фотографиями русского богатыря пестрели все западные СМИ. Но при этом на том же Западе его рекорды по разным причинам никак не хотели признавать. Мало кто верил, что в советском спорте способен появиться такой уникум. За границей, конечно, результат Бойченко, показавшего мировые секунды, значит, вызвал недоверие, недоумение. Не могло такого, по мнению зарубежных специалистов, быть, произойти в России. Не могло. А оно произошло. В те времена советский спорт не входил ни в одну официальную международную спортивную организацию. А результаты Семена Бойченко, с лихвой перекрывая достижения мировых рекордсменов, тем не менее не признавались на Западе. Их считали выдумкой, пропагандой большевиков. Одним из таких скептиков был рекордсмен мира на дистанции 400 метров баттерфляем француз Жак Картоне. Ему придется об этом еще сильно пожалеть. В 1937 году официальным мировым рекордсменом на дистанции 400 метров баттерфляем считался Жак Картоне. Бойченко бросает ему вызов, и француз, немного помедлив, соглашается на дуэль у себя дома, в Тулузе. Но перед самым стартом Картоне неожиданно отказывается от соперничества, сославшись на то, что на плавательной шапочке его конкурента красная звезда. А с коммунистами француз соревноваться не собирается. Бойченко плывет один, и под восторг многотысячной толпы зрителей бьет мировой рекорд их земляка на 8 секунд. Поездка Семена Бойченко во Францию сыграла очень важную роль, чтобы в нашим пловцам, лидерам, поверили, что это, значит, не фальшь, не подтасовка результата, а это действительно факт. И стали относиться по-другому к нам. Популярность Бойченко в СССР становится такой громадной, что сам вождь всех народов, товарищ Сталин, с трибуны Мавзолея призывает советских людей к новым достижениям так. «Бейте рекорды так, как их бьет Бойченко на воде!» Боготворили его и за границей, предлагали остаться там и сниматься в кино. Голливудские режиссеры выстраиваются в очередь перед дверью его номера в гостинице. В Бойченко видели нового Тарзана, продолжателя традиции легендарного Джонни Вайсмюллера. Но на все предложения Семен отвечал так. «Нет, извините, но мне пора домой». А началось все еще перед революцией 17-го года в деревне Марьевка Херсонской губернии, где несет свои воды река Ингул. Местные мальчишки, чтобы утолить голод, налетали на соседские огороды и удирали оттуда вплавь. Ныряли, плавали на перегонки, и всегда самым быстрым среди них оказывался Семен, сын батрака Петра. Семен Петрович Бойченко принадлежит, по великому счастью, к тем детям, значит, чьи первые годы вот, прошли у воды. Он плавал общенародным способом, в размашку. Практически самостоятельно освоил баттерфляй, который был продемонстрирован незадолго до этого американским пловцом Хиггинсом. Учил эту технику по описаниям газетным.
Ну и со слов тренера. Ну, левша всегда находился в русском народе, значит. Боченко освоил баттерфляй и прекрасно вскоре поплыл. Ну и мы знаем, что он первым превысил мировой рекорд в баттерфляе. Начало 30-х Боченко встречает краснофлотцем. Он, чемпион Черноморского флота, переезжает в Москву и начинает тренировки у Андрея Ванькова, основателя спортивного плавания в СССР. Очень скоро и на долгие годы Семен становится непобедимым королем баттерфляя. И последний свой мировой рекорд бьет всего за 2 недели до начала Великой Отечественной войны. Итак, 30-е годы были увенчаны и спортивными рекордами Бойченко, Мешкова, Алешины, Васильева и другими, трудовыми победами. И никто не подозревал, не предполагал, что в 41-м грянет война. Во время войны все время рвался на фронт, но его не отпускали, потому что сказали, что тебе здесь очень много работы. И в этом плане, да, он, может быть, перегружен был все время, потому что он готовил бойцов. Они практически с 41 по 43 не выходили из бассейна. Отец рвался на фронт, но вот его останавливали. Но, тем не менее, у него был мотоцикл. Он отдал фонд, пожертвовал этот мотоцикл, и он был взят на НКВД там и передан куда-то в часть. Послевоенные годы были очень трудными в связи с тем, что не доставало того 5-го, 10-го и так далее. Но спорт был жив, все плавали, в том числе и Бойченко, и Мешков. 100 метров стилем брас. На старте, на второй дорожке Леонид Мешков, на четвертой Семен Бойченко. Встреча Мешкова с Бойченко – большое спортивное событие. Неоднократно оспаривали они почетное звание лучшего в стране пловца. А потом в 48-м, как гром среди ясного неба, прокатилось по всей стране. Бойченко арестован и предан суду. За что? Как? Никто ничего, конечно, не объяснял. Это было очень несправедливое решение. Его арестовали на глазах у моего брата старшего. Пришли, обыск устроили и увезли на Лубянку. Там его пытались заставить все подписать, но он сказал, что я выколю себе глаза, но подписывать ничего не буду. Ну, непонятно, почему он пострадал. То ли Василий Сталин приревновал его. Семена Бойченко обвинили в антисоветской деятельности и связях с разведками буржуазных стран. А еще в негативных высказываниях в адрес Василия Сталина, с которым он, кстати, дружил. Судя по всему, именно с Василием и была связана истинная причина ареста. Сын великого кормчего Бойченко увидел конкурента в битве за сердце знаменитой советской пловчихи Капитолины Васильевой, будущей жены Сталина-младшего. Долгие годы заключения в тяжелейших условиях в колонии под Соликамском. Работу на лесоповале, а после полная реабилитация. Бойченко возвращается в Москву в спорт. И уже в 60-м в составе тренерского штаба он выезжает на Олимпийские игры в Рим. Он становится прекрасным тренером и судьей всесоюзной категории по плаванию. Наставником для нескольких поколений пловцов, видевших в нем настоящего героя своего времени. Отец, когда вышел, сразу встретился с мамой. Там через 5 лет появилась я. Вот. Он радовался жизни, радовался, что у него есть работа, что он может продолжать там, хотя бы участвовать в спорте, но не как спортсмен, но как преподаватель, учитель, передавать свой опыт, знания. В 55-м году я был свидетелем совершенно необычного заплыва Семена Петровича Бойченко. Мы уже знали, что он вернулся из заключения, что ему возвращены все награды, звания. И были поражены. В Ленинграде проходил Центральный совет общества «Спартак», когда стало известно, что поплывет Бойченко. Ему было уже 44 года. Он вышел к дорожке, и вот тут произошло самое неожиданное. Судья информатора объявляет: на первой дорожке такой-то, на второй такой-то, на третьей заслуженный мастер спорта Семен Петрович Бойченко. Все хронометристы как один отложили свои секундомеры, встали и устроили ему овацию маленькую.
Боже, как он не заплакал, как он был растроган этим, но он плыл. Он доказал наперекор судьбе, вот, что ни заключения тюремные, ни преследования его не смогли сломить в нем любовь к плаванию. Он быстро стал тренером сборной команды страны. Я думаю, еще и потому, что от него ждали успехов и на этом поприще, и в этой роли. Богатейший опыт наверняка ему подсказывал дать дельный психологический совет, настрой вот такой вот ученикам. А потом само присутствие Бойченко рядом с соревновательными дорожками, это тоже играло свою роль. В торжественном параде приняли участие почетные гости, в числе которых был экс-рекордсмен мира по плаванию Семен Бойченко. Для меня он один-единственный на всю жизнь. Потому что я у него начинала плавать, продолжала плавать. И когда он меня натренировал и подготовил до сборной Советского Союза, в которой я тоже плавала, он все равно принимал участие в моей судьбе. И когда мы были маленькими, ну только начинали плавать, забота была необыкновенная. Он даже приезжал ко мне домой, если я вдруг не приходила на утреннюю тренировку, интересовался, почему это случилось. И когда я уже училась в спортивном классе, в спортивной школе, у нас, естественно, нас там кормили. И по утрам мы плавали вот на этих двух дорожках. А Семен Петрович, ну, там находился вот с той стороны. И мы заканчивали плавать. Он: «Колкунова, подплыви ко мне, пожалуйста». Я к нему подплываю. И он мне воду дает 3 рубля. Вот в воде просто. Я говорю: «А что такое, Семен Петрович?» Я говорю: «Что такое?» «Это тебе на завтрак». Я говорю: «Да вы что?» Я говорю: «У нас в школе кормят, есть завтраки». Говорит: «Знаю я эти завтраки. Я знаю, как вас там накормят». Семен Петрович был авторитетом не только среди своих детей, учеников, но и среди тренеров, коллег. И когда он приходил на тренировку, естественно, к нему подходили его коллеги-тренеры и даже советовали с ним, как там тренировку корректировать. Когда Семен Петрович закончил свою карьеру, он все-таки то и дело встречался со своими друзьями по спорту, с молодежью встречался. Все равно к нему тянулись. Во-первых, все хотели познакомиться, посмотреть на Бойченко. Кто-то же его раньше не видел и не знал. А когда узнавали историю, обязательно хотели поближе к нему быть и слушать его рассказы. Популярность Семена Петровича Бойченко со временем не уменьшается, не исчезает тем более. На чемпионатах Советского Союза или международных турнирах его в обязательном порядке выставляли вперед, представляли со всеми титулами. Он был иконой своеобразной. И трибуны рукоплескали ему. И оказалось, что очень многие, старшее и среднее поколение прекрасно его помнят.